Приветствую, друзья. Заказал себе еще фонарик, фару на период. Это же фирма, которая у меня накрылась задняя фара. Не выдержала она дождей, с поворотниками, с пультами. Все это оказалось фигней. Так, в комплекте идет крепление на руль. Зарядка. Так, это для смягчения. И сама лампа. Ну и книжечка. Инструкция по пользованию. Довольно-таки легкая, несмотря на то, что здесь аккумулятор стоит. Чем хороша, что она имеет несколько режимов. Но плохо, что разряженный пришел. Сейчас попробуем зарядиться. Пошел заряд. Режим стробоскопа. А, вот так вот, значит, быстрые двойные нажатия. Не пойму. Сверху диодик. Выключение. Медленно. И на постоянку. Как далеко светит, не знаю. Надо экспериментировать. Дает четкий пучок и не будет слепить окружающие автомобили. Аккуратно сделать, чтобы не слепило. Так что посмотрим. Не знаю, как насчет water resistance. Надо будет прочитать, что пишет. А то такая же фирма, у меня она крякнула. Так. Включить-то его как? А, все, мне несколько раз надо нажать. Крепится он легко. А, вот так вот надо по ходу движения. Нет, вот так вот. Все, что ли? Это поворачивается.
либо так, да, все. И снимается. А дальше-то нет, все. Не может быть, должно до упора заходить. Ладно, попробуем, протестируем на улице. А, наоборот, надо вниз. Ну, вот и защелка хреновая. У меня, кстати, на том тоже защелка сломалась. Это у меня есть в этих, в обзорах фонарь. Это же фирмы. Мейлан как-то. А, Симилан. Сайкон Мейлан. Хрен его знает. Так, ладно. Все. Пока что. На этом все.